вами снова Вилка, ну или просто Вета. Сегодняшнее видео будет по минимуму информативным и маленьким. И основная идея этого видео – не бойтесь быть яркими, бойтесь быть скучными. А у вас, к примеру, валяется растянутая футболка, которую вы забросили. Попробуйте поэкспериментировать. Обрежьте ее, конечно же, не сильно коротко. Ведь сейчас на дворе лето, и я думаю, в такую погоду как раз это будет самое то ее носить. Сейчас это как раз очень модно, и не стоит просто тратиться на какие-то футболки короткие, которые висят в Страдивариусах разных, бежках. Просто найдите свою старую футболку и обрежьте ее, вуаля, и все готово. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. Я вас всех очень люблю, пока!